Вроде не в первый раз мы уже это делаем, отмечаем день рождения Бортрадио, но я почему-то каждый раз волнуюсь. Почти как свое, да. Почти как свое волнуюсь. Вот. Так случилось, что 8 лет назад, 30 апреля, что называется, мне не спалось. Ну, на самом деле, все очень просто. Мы собирались ехать на Мстинские созвучия и уже готовились туда поехать, и я заболел. Вот. И поскольку делать было нечего, еще есть один из, так сказать, виновников вот всего этого торжества. Это Мачков Денис. Вот, который как раз в этот момент расстался с радиостанцией, на которой он вел, значит, «Бардовский час». И, переживая, рассказывал мне, что вот как так, вот это, я сказал ему, да заведи свое радио. Чё ты вот это, возьми, сделай свое. Он сказал, это сложно. Я тогда полез и завел. Я не знаю, зачем я это сделал. Тогда я вообще не предполагал, во что это выльется. Я не предполагал, что через 8 лет мы будем... что? Поворачивай. Да, то есть все серьезно. Еще чуть-чуть повернуть на меня. Я туда помашу ручкой в тот телефон. Да, меня будет круто. Вот. Я правда не знаю, зачем я это сделал. Сейчас я, конечно, могу сказать, зачем я. Потому что я поболтать люблю. Вот. А радио – это хороший способ, так сказать, поболтать и прочее. Вот. Но когда я это заводил, я еще не умел болтать так, как сейчас. Вот. Я тогда еще был очень скромный. И вы не представляете, с каким мучением мне давались первые интервью. Особенно там, когда с кем-нибудь из... И ты так... Оп, и у тебя язык присыхает к небу, и ты не понимаешь вообще, что нужно спросить, что нужно сказать. 8 лет – это все-таки большой срок за 8 лет. И я научился, и те, кто вместе с нами, со всеми. Я одно лишь могу сказать, что в одиночку такого сделать нельзя. Не, ну, можно, конечно, но это вот есть такие радио, которые люди делают в одиночку. Мы, кстати, не первое радио бардовской песни, которая появилась. Если кто помнит, то когда еще было Фидо, вот, Фонарик, было радио Фонарик, которое, правда, было не круглосуточно вещающее, а то, что сейчас называется подкаст. Вот, и тогда еще не было современных технологий, тогда еще даже не было MP3 формата, но тем не менее Сережа Голубев, он тогда устроил через Real Audio, устроил, так сказать, действительно первое бардовское радио, это было еще в 90-х годах. Ну, а мы вот 8 лет от звонка до звонка, практически без перерывов, с небольшими перерывами на технические, так сказать, нужды и проблемы. Наверное, за эти 8 лет мы не вещали в общей сложности часов 48, может быть меньше. Все остальное время там звучит хорошая музыка. А я лишь еще могу сказать, что две вещи. Во-первых, я всегда любил... Так у меня получилось по жизни, что я тусовался с журналистами. Правда, не с радио, а с журналистами газетными, журнальными. И в Тольятти, и здесь потом тоже это было. Это раз. А еще одно, у меня отец был радиолюбитель. У нас дома стояла радиостанция. Такой же. И, соответственно, он туда выходил. Я даже азбуку Морзе выучил. Сейчас я уже не вспомню, ну, за исключением этого сос, который. Вот это я еще помню, ну, еще там какие-то. Вот, но
фактически с радио я был связан еще с раннего детства. И одна из первых песен, которые я выучил и пел, еще не умея играть на гитаре, была тоже посвящена радио. Мне тогда было года 4 или 5. К нам приходил отцовский приятель, который прекрасно играл на всем. Больше он любил играть, конечно, на рояле и на аккордеоне. Но, по-моему, он мог уметь играть на всем. И он очень часто пел эту песню, и я ему подпевал. Есть там? Вадик. О, появилось что-то. Есть там в зале? Тут я не... Нету. Тепленькая пошла. По судну Кострома стучит вода, в сетях антенн качается звезда, а мы стоим и курим. Мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи, ты в эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускают из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал, порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома. Юрий Визбор. Ну, на самом деле, собственно, вот и все, что я хотел сказать об арт-радио. А вот еще, да, я уже начал говорить, что так, в одиночку это сделать нельзя без команды, без тех, кто присоединился тогда, без тех, кто присоединился потом. Для кого-то это было такое яркое увлечение, которое со временем дела и заботы увлекают другим. Вот. Но все равно, наверное, все-таки что-то осталось. И я думаю, что для каждого, кто занимался и занимается борт-радио, вот, оно что-то дало. Ну, вот я говорю, умение разговаривать, умение... Кто-то научился монтировать аудиопередачи там. В общем, много чего. Каждый взял и берет от радио то, что ему... Хочется, нравится. Ну, а давайте перейдем тогда к гостям и в том числе и к тем, кто делает борт-радио. А сейчас вот гостья Оля Зеленская.
которая делала и передачи, и у которой мы записывали передачи в том числе. Вот, она не смогла быть, но делегировала сюда Эрика Асташева. Передачи про него были, так что он имеет отношение к Бортрадио. Добрый вечер. Слушая Сергея, я вспомнил историю, что называется, на ход ноги. Как-то в походе я перед сном на вечернем костре спел «Три минуты тишины». И на следующий день мне один человек говорит: знаешь, я всю ночь эту песню вспоминал твою, ну, не мою, конечно, Визбора, «Три минуты тишины». Я говорю: почему? А ты, говорит, так сильно храпел, мешал мне спать. А потом, говорит, ты перестал храпеть. И такая тишина пошла хорошая. Но примерно через 3 минуты захрапели в другой палатке. Да, абсолютно. Причем во всех, так сказать, ипостасях. Но все в России знают, что у нас хорошая музыка делится на 2 больших клана. Во всяком случае, для меня. Это клан бардов и клан рокеров. И, конечно, эти 2 клана не могли не поздравить такое радио, как Бард Радио, с днем рождения. А поскольку я пограничник, то есть имею контакты в обеих этих вселенных, они выбрали для этой цели меня. И вот поздравление от Барда. Ну, это, конечно, как всегда, история такая философско-драматическая. Я включил компьютер, зазвучал прелестный ля минор. Ночь промчалась, наступило утро. Я все слушал дивный перебор, слушал упоенно день и вечер, снова ночь и сутки, миг один. Чтоб это было вечно, но финал прибавил мне седин. Мне Бортрадио ласкало уши, больше, больше я его просил. Сдох компьютер, весь эфир дослушать, у железки не хватило сил. И поздравления от рокеров. Ну, тут, конечно, все повеселее, ну и побрутальнее. Это не радиодача, не шансон и не маяк. Ты поймал волну, и значит, что ты вовсе не дурак. Значит, слушаешь, что надо, вкус приличный у тебя. Для твоих ушей отрада, для других сама судьба. Может быть, ты не умеешь стих приличный написать, лишь выходит ахинея, без обид ядрёна мать. Это радио послушай и проникнись высотой. Вот увидишь, сразу лучше станут в ритмы, не отстой. И запомни, если хочешь в жизни быть не мавитон, слушай Бортрадио, слушай Бортрадио, послушай Бортрадио, Forever Muslim.
Спасибо. Ты хочешь обострить ситуацию, да? Ну, я тут спел одну песенку на дне рождения у нашей бортрадиовской Насти. И она так пришлась людям по вкусу, что вот прямо. Песня называется «Таежный роман». Меня потом, после того, как я ее спел, спросили, долго ли я ее писал, и сказал, ну, примерно месяц как минимум. Таежный роман – это практически все равно, что курортный роман, но только действие происходит не на пляже у теплого моря, а в тайге. Трап открыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня не утешайте меня, ни слова ни к чему, не отыскать тот ручей у янтарной сосны. Импровизация. Вдруг у огня там олеет кусочек огня, а у огня ожидает, представьте меня. Обалдеть! Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня, 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 там все есть у меня. Бедный Визбор. Напомню, что для вас выступал Эрик Асташев, человек, соединяющий как раз бард и рок, по сути. Благодаря таким авторам мы пытаемся все эти 8 лет ввести направление бард-пограничье, потому что часть вписывается легко, а часть тем не очень. Но, тем не менее, бард-радио в основном же все равно стоит на классике. Классике авторской песни. И вот одним из исполнителей, который всю жизнь несет эту самую классику, за что мы ему безумно благодарны и всегда рады слышать, является Вадим Елисеев. Он уже вот, да, подключается. Пока он подключится, я просто поясню, что Вадим Елисеев тоже благодарен бортрадио. Прям я могу за него сказать. Он, может, еще не очень это понимает, но он сделал несколько передач и тоже, не поверите, научился говорить. Так и я тоже. Это мы тут каждый скажет. На самом деле, Нотику надо памятник поставить за то, что мы все научились говорить. Выписать ему грамоту за это однозначно. Вот. А в общем, Вадим Елисеев расскажет дальше сам. Ну, автор программы.
Да, Сереже, конечно, надо и грамоту, и медаль, и вообще и памятник в полный рост, желательно конный. Потому что то, что... он придумал этот замечательный проект, это, конечно, огромное дело, которое, в общем-то, очень важно и нужно для всех нас. А я вот, когда сюда пришел, спрашиваю: Сережа, а что мне спеть? Сережа говорит: спой «Визборы». И вот тут я понял, да, действительно, вот когда не знаешь, что петь, пой «Визборы». И точно не ошибешься. И вот песня, которая, мне кажется, вот очень в тему сейчас будет. Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей, забудем. Вот сквер пройдемся до конца, найдем. Какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала, звала добро считать добро. Радио – это то, при помощи чего мы наполняем свои сердца музыкой. Еще одна песня, музыка Светланы Богдасаровой, стихи, опять же, Юрия Визбора. Здесь горы снимают
есть и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданье и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданье и разлука. Не присылаем ни писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год уже ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли, который год уже ждут тебя рассветы. Когда качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его увозят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Спасибо, друзья, огромное спасибо Бортрадио за то, что оно есть. Я еще могу сказать большую благодарность Вадиму за то, что он вносит к нам какую-то техническую и, как это сказать, который саунд, это звукорежиссерскую мудрость к нам на Бортрадио, потому что благодаря ему, в общем, мы очень сильно все поднаторели во всех вот этих вот премудростях. Вот, это правда. Вадим Елисеев. Вадик, что-то упало. Ага. Вот, я же еще хочу пригласить сейчас на эту сцену представителей клуба «Восток», старейшего клуба, а самое главное, хозяина вот этого вот помещения, которое предоставили нам его для сегодняшнего праздника. За что мы им безумно благодарны. И на самом деле вообще благодарны за то, что ведь, честно сказать, я не знаю, как бы развивалась авторская песня. Она бы, конечно, нашла какие-то там в асфальте эти щели, пробилась бы. Но «Восток» в свое время сделал для авторской песни настолько много, настолько вот этот вот вклад «Востока» необъятен, что, в общем, мы, наше маленькое радио, которое, в общем, слушает не так много людей, мы очень так скромно где-то сбоку вот стоим. Вот. Пожалуйста. Я петь не буду, зато я буду поздравлять и дарить. Во-первых, я поправлю Сережу, он сказал, мы благодарны им, вот можно уже говорить, мы благодарны нам. Потому что вот совсем недавно, в этом месяце, Сережа тоже включился в наше вот восточное братство. С чем я нас всех прежде всего и поздравляю. Нам хорошие люди очень нужны. И у нас есть традиция, мы раз в месяц поздравляем сразу всех родившихся в этом месяце. И вспоминаем бардов, которые родились в этом месяце. А Сережа не смог прийти по всяким важным. Да, мы даже знаем по каким. Да, и поэтому я начну с подарков Сереже, потому что он есть босс, он создал это все и тянет. Конечно, команда это все, но всегда должна быть личность. Вот тогда оно работает. Поэтому наш традиционный востоковский вот символ года со всеми нашими символами. Вау, да, какой. Да. Гитара, да. Это наш традиционный
тоже Ой. Подарочек, да, там и книжечка есть. И спасибо. Что я хочу сказать, почему Барт-радио это очень здорово. Да, были попытки, были долгие такие вот циклы, передачи. Кроме «Фонарика», я помню, круглосуточно вещала радио «Алла», «Алла» с одним «Л», это было «Крылья», да, по-моему, московское. И... Но, по-моему, у них не было вот таких вот тематических передач, они просто песни крутили, 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 ничего не рассказывали. Что я ценю в «Барт-радио», сама его часто слушаю, мне нравится, что оно разнообразное. Мне нравится, что можно и послушать что-то любимое и известное, и услышать что-то новенькое, и посмотреть, а кто же это такой поет, и что-то узнать. И передачи, и про фестивали, и про клубы. Мне нравится, что ведущие там не только питерские, из разных городов. То есть очень разнообразные. Так как я тоже архивом занимаюсь вот много лет, то я знаю, какой это бешеный труд, и какой труд это тянуть вот именно 8 лет и круглосуточно. Можно, конечно, вспомнить, у нас очень хорошие были радиожурналисты и ушедшие. Это Михаил Кане, это Валера Чечет с «Синим перекрестком», да. Ныне живущий Лёва Тимкин, у которого сегодня день рождения. Он ведущий и концертов, и цикла радиопередач, тоже немаленького такого. И вот Николай Федорович Курчев очень ценил Лёвины передачи. Ему очень нравилось, как Лёва это делал. Вот, и сейчас вот ведет передачи Сережа Ильин, тоже очень интересные, очень познавательные, но он их ведет раз в две недели, а круглосуточно это, конечно, сильно. Это сильно, за что я очень вас всех благодарю. Это очень все здорово, и очень тяжело, и трудно это тянуть долго. Я не буду тянуть долго свое выступление, тут вот 354 песни на диске. Ну, надо же звук дарить, правда? И немножко про авторов, вот все остальное про авторов. Да, это наш вот диск, выпущенный к 75-летию Победы, тоже звук. И чтобы вы помнили, что у нас еще есть любимый Соловецкий фестиваль, у нас еще Соловецкий чай. Вот, собственно. Спасибо, продолжайте. Продолжайте, пожалуйста, дальше. Я лишь могу сказать, что Барт-радио слушает, помимо того, что мы видим статистику, нам регулярно пишут, что там, скажите, а что за песня вот звучала с такими словами, там, тогда-то, тогда-то, или там, ну, вот подобные вещи. Но у нас есть еще один очень такой требовательный, и, в общем, мы очень благодарны этому слушателю, который регулярно пишет, что вот... Здесь вот у вас ошибка, здесь автор слов такой. Или, да, здесь вот, значит, не... да, и мы исправляем, и мы очень благодарны. За это время наш архив оказался вернее на, ну, не знаю, там, несколько десятков песен, если не больше, вот, которые мы подправили благодаря Алле Левитан. Спасибо громадное за это. Ну, сейчас, да, мы решили продолжить тему поздравлений. Давай. Так, сейчас я это вот... Ну, подожди, давай помогу. Так, сейчас. Подержи пока. Нет, это Сережа. Сережа главный. Меня делегировал клуб авторской песни «Пантограф». Не клуб, театр авторской песни «Пантограф». Мы желаем Барт-радио удачи в их благих делах, чтобы на все хватило сил, времени и возможностей. Ну и многое лето. Так. Это свечка для торта. Я надеюсь, вы поставите ее и поставите правильно. Пусть 8 лет еще не вечность, но цифра 8 не пустяк. Она и символ бесконечность, почти один и тот же знак. Пожалуйста, правильно поставьте. Вот так и я. Да. Вот так. Прям воткнёшь её так. Да.
Спасибо. Стишок же, конечно, мне сказали прочитать. Если уж на табуреточку встала, то... Художественная самодеятельность, номер. На бревенчатом причале под церковный перезвон отпущу свои печали. С глаз долой, из сердца вон. Уплывут рекой влекомы с ветром наперегонки, враз исчезну все симптомы давней грусти и тоски. Неудачи и невзгоды устремятся им во след. Замаячившей свободы различимый силуэт станет точкой отсчета и началом всех начал. Да и надо нам всего-то. Есть у вас такой причал? У Барт-радио есть такой причал. Вот адрес. Пожалуйста. Сейчас на эту сцену выйдет человек, которому на самом деле Барт-радио обязано своим существованием не в меньшей мере, чем мне. Я-то такой большой, толстый, добрый. Я сделал, знаете, так, как это, я родитель. Вот. А сейчас будет воспитатель. Вот. Да, то есть наш главный редактор Саша Тихонов, который подключился к Барт-радио одним из первых, ну, там первым был Коля Романов из Александрова. Вот, а потом Саша Тихонов. И, честное слово, он тащит все это дело. Сколько это ему стоило нервов, сил и вообще, я не знаю, я не представляю. Потому что, вы же понимаете, мы все люди творческие. Да, все, до одного. И вы представляете, каково руководить творческими людьми? То есть он... Сколько раз ты уходил? Он много раз... Да. Да. Вот. Александр Тихонов, я попрошу ему похлопать как следует, потому что он этого заслуживает. Спасибо. Да, Барт-радио — это, конечно, особая страница в моей жизни. Значит, с чего она началась-то? Началась с того, что тоже вот не без помощи Аллы, потому что я занимался порталом bars.ru, и вот Алла мне очень здорово мне в этом помогала, в частности, в части петербургской, значит, петербургских бардов. Ну, а потом, когда вот Сережа придумал, значит, сделал Барт-радио, я решил, что, о, какой интересный инструмент. Это же инструмент для продвижения, для того, чтобы мы людей узнавали больше и больше и больше, чтобы мы могли нести наши творчество, наши знания, которые мы приобрели уже в широкие массы, чтобы мы могли рассказать, показать и спеть вместе с вами. И я считаю, что одно из главных, скажем, свойств бардовской песни — это свобода. Свобода выражения, и без нее ничего не может быть. И поэтому я хочу для вас петь песню Евгения Исакевича «На середине на базаре». Решетка зависти, сердца ранены, замочной скважины, глаза болены, счастье сер... Щедрость свободы в спящей охране только мешает видеть сны. Щедрость свободы в спящей охране только крыш нарушает сны. Ночной прохожий на собак гавкает, рычат из-за забора храбрецы.
песня свободы в стойлах и лавках только лишь... Вот я люблю петь на кухне, вот на сцене. Да, да, представляешь, на кухне. Как ребенок и черепаха. Да. Представь, что ты сидишь на... Да, да. Песня свободы в стойлах и лавках тоже большой дефицит. Песня свободы в стойлах и лавках тоже большой дефицит. Подует ветер, жизнь начни заново, не звезды путь укажут, а облака, воздух свободы. Что ж такое-то? Ладно, давайте вообще другое. Спасибо. Извините. Ну, как мне, когда начался Бартади, нужно было придумать какую-то фишку, ну, как развить, как, ну, побольше народу знать. И мне пришла идея, что, ребята, а кто больше всегда собирает народа? Какой человек собирает всегда больше народа вокруг себя? Это человек, который празднует день рождения. И поэтому мы сделали только программу «День за днем», вот, и в которой мы поздравляли людей. Естественно, приходили, так сказать, послушать передачу друзья, родственники. И таким образом мы наращивали свое, скажем, нашу аудиторию. И, кстати, я смотрю постоянно наш, скажем так, сколько нас слушает. И все больше и больше, и уже почти 12 часов в сутки нас слушает больше 30 человек постоянно, единовременно. То есть это, в общем-то, аудитория небольшого концертного зала. Так что мы вполне хорошими шагами идем. И, ну, а так как даты одной из недавних юбилеев — это Сергей Никитин. Я хочу спеть, у нас же праздник, застолье, застольная песня. Господи, что ж такое-то? Давайте я поговорю еще. Я просто с корабля забал, Сережа вытащил я. Давайте перерыв сделаем. Да, давайте перерыв сделаем. Я выучу все и спою. Вот до чего доводит тяжелая работа редактора. Вот посмотрите. Вот поэтому как бы я этим поэтому отдал все Саше, чтобы он мучился. Вот так вот. Ну, а сейчас я хочу пригласить еще одного человека, без которого бы Бартрадио тоже не было, потому что этот человек, в общем, он терпит... Саша, шнуровчик. Вот так. Еще вот человек, без которого Бартрадио бы не было, потому что он терпит все мои вот эти вот... придумки и прочее, прочее. Конечно, в общем, я так скажу, она немного виновата в том, что я не был в понедельник здесь. Да, потому что мы в этот момент... Ирина Петровская. Ну, это просто немножко разные подходы к тому, как надо отдыхать. С моей точки зрения, отдыхать надо активно. Вот. Ну, я не буду показывать, как.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот примерно этим Сергеем Александровичем мы и занимались. Дорогое Бортрадио, 8 лет живешь ты в моем доме. Восемь лет. Начиналось ты, конечно, с уа-уа. А сейчас, сейчас такое красивое, такое большое, такое взрослое. И вообще замечательно, что ты есть, дорогое Бортрадио. Это прекрасно. Это прекрасно, что что-то... Серега, короче, прекрасно, что ты его создал. Во! Все. Ребята, кто работает с Бортрадио, кто пишет интервью, кто делает передачи, как это здорово, что вы есть, что вы работаете, что вам это в кайф, и люди получают удовольствие, слушая и передачи, и просто музыкальный поток. А я спою песню, посвященную конкретно вот моему возлюбленному супругу. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. На кочках цветочки, за кочками лес, на дальний глухой полустаночек, наладив пилу до рубаночек, с утра мы приехали строить навес на дачку Евгению Иванычу. А дачи-то дачи нет у него. Купил он участок заброшенный, доплелся с посильною ношею. И вот посреди барахла своего стоит он в тельняшечке ношенной. Ах, Евгений Иваныч в полосочку, ах, дашки перская борода. Держит в левой он детскую сосочку, держит правой орудие труда. Евгений Иваныч, морская душа, и дочка его Маришанечка, душою морскою в папанечку, расписывать всем, как она хороша. Часами он может за чайничком, но нам не до чая, мы рвемся скорей докончить навес с перемычками. А то ведь беда с электричками, ведь спать, как хозяин, без стен и дверей, на голой земле без привычки мы. Залезает он в спальничек спаренный, каждый вечер себе говоря: ничего, перетерпим, не барим, мол, будем греться пока изнутря. Корёжит и гнёт его радикулит прохладною майскою ноченькой, но строит и строит он прочненько, а дачи всё нет, а мотор барахлит. Плевать не себе же, а доченьке, я знаю, дача будет, я знаю, саду цвесть способны наши люди, ни спать, ни пить, ни есть. Таскать кирпич под мышкой, век путаться в долгах, чтоб свить гнездо детишкам у чёрта на рогах. Ла-л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 а
Евгения Ивановича навесом укрыть, ибо мало ли чего, чтоб больше Евгений Ивановичу не оборачивать пленкою на ночь его. Спасибо большое. И вот раз мне выпал случай, вот как-то вот не успела я все сказать, начиная с 20 апреля. Объяснюсь-ка я еще раз в любви. Песня Владимира Болотина. Супротив тебя, мой друг, устаю едва ли. Разве хватит силы рук, чтоб тебя заберечь? Где-то там, за той горой, не видали, видали. И веселый
скатился с плеч. На коленках постою, вечерком поплачу. Если в голосе спою «нет», так двину речь. Пусть вернется он ко мне, за двоих уплачено. И цветы, что на окне, с ним мечтают лечь. Не мои ли зелены разноцветны глазоньки? Слава Богу, нет войны, может, не убит. Но куда же мне теперь, все пути заказаны, и судьба, словно дверь, на петле скрипит. Повернись, отвернись, тут уж не отвертишься, что любил, не клянись, лучше проклинай. Во все двери замки, все ключи в отверстия, все на свете замкни, рук не размыкай. Во все двери замки, все ключи в отверстия, все на свете замкни, рук не размыкай. Брошены не удел годы, как не ношены, кто бы их ни надел, все малы в плечах. То ли сон мне, то ли явь, то ли в гости непрошенный. Муж не муж, пьян не пьян, головой качал. То ли сон мне, то ли явь, то ли гость непрошенный. Муж не муж, пьян не пьян, головой качал. Спасибо. Так что, Серега, делай Бортрадио. Это хорошо. Три, четыре. О, нашлось. Как вы понимаете, для нас выступала супруга Сергея Нотика, Ирина Петровская, для тех, кто не понял. А ты уже готов, да? Ух ты. Тут вне очереди. Леша, ты следующий. Все-таки застольная песня. Как же без нее? Если измена тебя поразила, если тоскуешь ты, плача любя, если в борьбе истощается сила, если обида терзает тебя, сердце ли рвется, ноет ли грудь, пей, пока пьется, пей, все позабудь. Выпьешь за искрица сила во взоре, горе, беда, беда ни почем. Старые раны, вчерашнее горе, все обойдется, зальется вином. Жизнь пронесется, счастье быстрей. Пей, пока пьется, пей веселей. Что наслаждение, долго на свете им жить не дано. Дай нам забвенье, о, только забвенье, сладкою дремой туманно свино. Сердце ли рвется, ноет ли грудь, пей, пока пьется, все позабудь. Жизнь пронесется, счастье быстрее, пей, пока пьется, пей веселей. Пей, пока пьется, пей веселей. Да, Стефухин.
не рискнул петь без текста, извините. Эта песня новая для меня. Очень-очень-очень хочу ее спеть для вас. Ничто невозможно делать без охоты. Когда нет желания что-то делать, делать ничего невозможно. Так что, покуда есть охота, пока у меня есть друзья. Стихи Бориса Щебабина, музыка Сергея Никитина. Покуда есть охота, пока у меня есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, и никак решето, но что-то делать надо, хоть неизвестно что. Ведь срок летучий краток, вся жизнь в одной горсти. Так надо в наш порядок хоть душу привести. Давайте что-то делать, и черт нас, чтоб духу не пропасть, чтоб не кичилась, не глумилась челядь и не кичилась власть. Никто из нас не рыцарь, не праведник челом. Так можно ли мириться с неправдою и злом? Давайте ж идти что-то делать, и черт нас побери, поставим Дон Кихота уму в поводыри. Пусть наша плоть недужна и безысходна тьма, но что-то делать нужно, чтобы не сойти с ума. Уже и то отрада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Уже и то отрада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Покуда есть охота, пока есть друзья, давайте делать что-то, иначе жить нельзя. Покуда есть охота, пока есть друзья, давайте делать что-то, иначе... Иначе жить нельзя. Спасибо. Давайте делать что-то. Тишина. Александр Тихонов. Что самое интересное для ведущих Бортрадио, как вы думаете, в жизни вообще? Встречи с другими людьми, да? Хорошо, конечно, интересно копаться и в жизни знакомых тоже, пообщаться, выяснить что-то интересное, любопытное и прекрасно. Но одно из самых главных моментов эмоций – это вот надеваешь бейджик, идешь в поле, да, как бы, и готов брать интервью на фестивале, конечно, я имела в виду. Это же было самое веселое, например, когда мы на Грушинский ездили, да? Так, об этом никто не знает. Нотик, зачем ты это рассказываешь? Зачем? Да. Ему. А ты не видела. Я сидела рядом с ним, когда ему нужно было сделать шаг и пойти взять интервью у Сергея Никитина. Ага. Вот это большой нотик, вот как тот этот, как тот бегемотик в мультике, помните? Там, вот так. Это было примерно так, натурально. Но суть не в этом. Слушайте, я буду долго тут рассказывать. Моя очередь потом. Я уже вышла сюда рассказать о том, что... Когда мы берем интервью и приводим людей с передачами, да, на Бортрадио, рассказываем вам, какие они. Сегодня у нас есть живая возможность пригласить на эту сцену человека, который приехал, ну, в данный момент из Москвы, но неважно, Москва, Донецк, Алексей Бешуля,
очень рада, что встречалась с ним там, в полях, а сейчас рада здесь представить на этой сцене. Здравствуйте. Ну, для меня Ленинград — это и Санкт-Петербург, Ленинград не пустое место. Вот, естественно, первым делом я поздравляю Барт-радио с их днем рождения. Вот, и так совпало, что сегодня для меня вообще двойной праздник. Ну, во-первых, я первый раз выступаю в этом замечательном городе, в котором у меня очень много, как оказалось, было родственников, потому что я 2 дня ездил буквально по кладбищам, наводил порядки на могилах, но в основном все погибли в блокаду Ленинграда. Так что не по наслышке. Знаю, слышал. Вот, а, наверное, самое главное событие, которое произошло сегодня утром у меня. Вот, так что я сегодня стал дедом. Поэтому у меня... Спасибо. Вот, и с днем рождения. Такая песня, одна из... До военных, скажем так. В коротком платьице, в горошек, с улыбкой, свойственной богам. Нехитрый корм из хлебных крошек она бросала голубям. В шале игрался с ней ветер, лаская нежно прядь волос. Я понял, как никто на свете, что и есть тот самый ветер. Не то чтоб в шутку, а всерьез. Я был тогда тот самый ветер. Ее лицо сияло светом, в движениях нежность и любовь. Да и к тому при всем при этом она была верх совершенства, кормящий хлебом голубей. Но Симферопольский вокзал ее шумя не замечал, а я все пил это блаженство. Объявлен поезд на Донецк. Прощайте, милое творение, моей любви смешной птенец, мое чудное вдохновение. Ночь поезд вдаль везет меня. Я в памяти ловлю падение крошек, как вниз летят они с ладошек у пятилетнего дитя в коротком платьице в горошек. Как вниз летят они с ладошек у пятилетнего дитя в коротком платьице в горошек. Спасибо. Вот, и еще одну песенку исполню. Песня. Дело в том, что у меня, кто не знает, завтра будет здесь встреча, творческая встреча. Я попою много. Но дело в том, что я, помимо того, что с 13 лет пишу, то есть песен уже достаточно, немало. Я еще очень много пою песен своих друзей. И, к
к сожалению, в основном уже ушедших, ну, и ныне здравствующих. Но в данном случае я хотел бы исполнить все-таки первый раз, выступая на питерской земле, тем более в замечательном клубе «Восток». Все-таки песня, которая связана с вашим городом замечательным. Песня моего друга-учителя Сергея Назина, которого уже 19 лет как нет на этой земле. Он буквально 4 дня назад, как эта дата случилась. Сергей Назин, город Энгельс. Эта песня называется «Бронзовые лошадки» о вашем замечательном месте, в вашем городе. Принялась дочка красну зорьку под луной пеленать, как малое дитяти. Может, в эту ночь и повидается со мной который был на вроде бати. Может, в эту ночь и повидается со мной тот, который был на вроде бати. Пацаном я в думушках до неба доставал и свою зарю тащил в охапке. Я на этой зорьке сам себя намалевал, казачком на бронзовой лошадке. Я на этой зорьке сам себя намалевал, казачком на бронзовой лошадке. А тот, что вроде бати, не хвалил, не материл, не ласкал башкой моей дубинку, только посмеялся, да на память смастерил тяжкую, но добрую судьбинку. Только посмеялся, да на память смастерил тяжкую, но добрую судьбинку. Памятно и тянет, когда печки в январе, тучки на луне, как думы в шапках, дождь в глазах, а кажется, что скачут по заре казачки на бронзовых лошадках. Дождь в глазах, а кажется, что скачут по заре казачки на бронзовых лошадках. Спасибо. Еще раз с днем рождения. Спасибо. У нас развлечение. Нотик такой, пойдет ли он шевелиться на сцену, или все-таки Настя сбегает? А все почему? Потому что радийку никто не подготовил. Так удобно оттуда и не терять время. Но, с другой стороны, можно на меня лишний раз посмотреть. Мне не стыдно абсолютно. А вы улыбнетесь. Вот даже Нотик аплодирует. Прекрасно. На самом деле здорово. И я так понимаю, что надо просто еще раз повторить, что Алексей Бешуля-то, конечно, с удовольствием пришел к нам сюда спеть две песенки, но у него завтра здесь сольный концерт. Поэтому передайте, пожалуйста, своим друзьям и приходите сами в клубе «Восток» Алексей Бешуля впервые. И все, кто смотрит трансляцию завтра, чтобы были здесь. Трансляции завтра не будет, не-а. Вот сюда приходите и знакомьтесь с творчеством замечательного автора. А наш концерт продолжается, и я приглашаю человека, который даже вошел в проем. Это радует. Владимир Медведев. Фамилия обязывает. Добрый вечер. Thank you.
Ну, я, естественно, присоединяюсь к поздравлениям, дорогой Бортрадио. С днем рождения! Особенно приятно, что вы вещаете из нашего чудесного города, с берегов красотки. Не вы, а об этом и песня. Говорят, мол, гранитный мешок, говорят, ни мотив, ни стишок не родятся здесь хандра, шок, до серебряных дождей шелк, до мостов разлет, как взмах рук, но в душе настал покой вдруг. Вдруг затеплилась в груди свеча. Здравствуй, Питер, мой последний причал. Чудеса в небесах, звезд не счесть, моя. Мне Балтийский прокричал прибой, послан град Петра тебе судьбой, и закатный золотой луч мне от города вручил ключ. Здесь мостов разлет, как взмах рук, здесь серебряных дождей шел. Тебя нашел вдруг. Здесь мне просто хорошо. Райский свет есть ли? Нет. Есть? Бог весть. Мой рай здесь. Где ты, блеск золотой? Сладкий звон полновесных царских монет, где корона Российской империи, львы вздыхают о прошлом кромки Невы. А над городом ангел парит, он отмолит грехи, он покров сотворит. Душу Питера ангел спасет, сохранит, разобьет все печали, а Невский гранит озарится Нева, распустив рукава, все баюкает нежно свои острова. И встречая весну, нагоняя волну, в маркизовой луже купает. Когда-то я написал песню, которую с тех пор все время поздравляю своих самых близких друзей с днем рождения, потому что песня такая экзистенциальная такая по характеру. Вот. Ну и, соответственно, Бортрадио, конечно же, это наш лучший друг. Куда же нам без того, что Бортрадио здесь, мы здесь, Бортрадио сейчас, и мы сейчас здесь, да? Здесь и сейчас. Помнишь,
детских грез, аромат неземной мечты. Был свободен ты и курнос, ничего не страшился ты. Не выкраивал, не копил, не откладывал про запас. Не тревожился, просто жил в этом мире, здесь и сейчас. Сколько белых восстало лун, свет далеких родных оконец растворился под рокот струн. Светлый мир голубых лагун, серой пыли затерт в мгле, словно дикий степной табун проскакал по твоей земле. Тень сомнений, печали тень, грузом лет на челе лежит. Ежедневно на черный день ты откладываешь гроши. Видел свет, ты изведал мрак, но не зная свой день и час. Ты просчитываешь каждый шаг в бренном мире, здесь и сейчас. Сколько желтых разметала по всей земле. Ежечасно старик хорон обращает живое в тлен. Что есть завтра? Сплошной туман. Так зачем же тогда, скажи? Раз за разом сходя с ума, консервировать эту жизнь. Скоропортящийся товар, жить сегодня не откажись. Жизнь просроченная, кошмар, не отложишь в кубышку жизнь. Плачь и пой, хохочи до слез, ты же в сущности знал всегда. Есть ли завтра? Большой вопрос. А вот есть ли сегодня? Да. Будет вечно гореть огонь, и вода будет вечно течь, но плакать миром глаза икон над распятыми будут не вечно. Сколько шансов за жизнь не взвесь, сколько слов не возьми в запас. Идеальное место здесь, идеальный момент сейчас. Будет вечно гореть огонь, и вода будет вечно течь, но плакать миром глаза икон над распятыми будут не вечно. Сколько шансов за жизнь не взвесь, сколько слов не возьми в запас. Идеальное место здесь, идеальный момент сейчас. Здесь и сейчас. Спасибо. С днем рождения! Что я хочу сказать еще об Бортрадио? Ну, я уже говорил, что это команда. И она, конечно, кто-то уходит, кто-то приходит, прирастает. И мы, в общем, и на радио достаточно склонны к разным экспериментам, там, попыткам сделать что-то этакое. Иногда проходит, иногда не проходит. Вот. Поэтому вот сейчас, во-первых, я вам представлю нового участника команды Бортрадио. Буквально, когда это было? Неделю назад, полторы недели назад. Она брала интервью вот для Бортрадио. И на днях оно выйдет. Я, наконец, его домонтирую. И мы его выпустим. Вот. Людмила Белокур. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно стоять здесь на этой сцене. Да, действительно, это было не неделю, не две назад, это было почти месяц, наверное. Да ладно, ну ладно. Это было 7 или какого-то 6 апреля. Как быстро летит время! Вот, но суть не в этом. Суть в том, что мне посчастливилось впервые в жизни быть ведущей именно на Бортрадио. Так получилось, но это очень спонтанно, но опыт был, да, и это было очень спонтанно, было 11 утра, и я брала интервью у Ростислава Чебыкина, он был
очень сонный, я тоже. Что из этого получилось, вы услышите скоро. Но сейчас мы споем вам песню. Да, уже да. Так вот, пожалуйста, мы же решили как раз и выпустить. Спасибо большое. Хочется от всей души поздравить Барт Радио с днем рождения. Вот, и сказать, что на самом деле я очень рада, что судьба свела нас с Сергеем Нотиком, с Анастасией Евграфовой, и целый год мы вместе делали гитару по кругу. Да, клуба «Парус», да, в Magic and Coffee. И было очень классно, очень со многими познакомилась, бардами. И благодаря этому мы подружились. И вот как бы так я случайно, случайно проникла на Барт-радио. Вот, хочется позвать своего мужа Тихомира Белокура на эту сцену.
Вот, дайте ему гитару. Шнурочек вон есть. Вот вместе мы дуэт «Теория струн» споем вам песню не свою. Да, споем песню Алексея Тюряева «Псы». Дмитрия? Дмитрия! Господи, почему Алексей? Алексей-то у меня в голове. Что за Алексей? Споем. Песня называется «Псы». Работает? Пчелины все во мраке и во сне, а собака воет слезно, голос плачущий дрожит. Может быть, еще не поздно, может, кто еще не спит. Запущу краюху хлеба я луною в небеса, слезы горстью брошу в небо, станут пусть созвездием пса. Разорву аккордом клочья душу и раздам друзьям. Налетайте, дети волчьи, разбирайте по кускам. А кругом молча дышит тишь да гладь да благодать. Да уже ли меня не слышат, да хотят еще поспать. Отворите окна, двери, прогоните упокой. Выходите, люди, звери, будет пляска под луной. Надевайте шкуры, пес, и шерсть раскладьте на боках. Забиваем многоголосием, да так, чтобы это в небеса. Нам нельзя сегодня молча, нам нельзя сегодня так. Забивай потомки волчьи, сверху смотрит наш вожак. Но нигде не скрипнут двери, не откинется засов. Позабыли правду звери, позабыли жизнь отцов. В сундуках побиты молью шкуры пыльные лежат. Смотрит родитель с болью на давно слепых щенят. Давай поплачем, ты да я, да и струна, и в моем зрачке собачьем отражается луна. Филин кружит над поляной, желтый свет лучит из глаз. Я кружусь, как будто пьяный, начиная дикий пляс. Ай-я-ой-е-я. Ай-я-ой-е. Ай-я-ой-е-я. Спасибо. С днем рождения, от всей души поздравляем Барт Радио, многих долгих лет в эфире, вот, счастья, радости, позитива и всего самого наилучшего, отличного настроения и всегда благодарных растущих в геометрической прогрессии слушателей, радиослушателей. Ура! Ура! Дуэт «Теория струн». Ну все же подвыли, значит, мы в одной стае. А, ну да, все, подвыли, ура. Списка. Я теперь не знаю, давно уже. Раз третий знаю. Четвертый, да. Четвертый? Хорошо, теперь я точно знаю, что кто подвывал, мы все в одной стае.
Угу. Люблю фолк. Давайте поаплодируем. А то они же не уйдут никогда. Да ладно, на самом деле я вышла сюда, чтобы сказать перерыв.